to my all friends. Let's discover the difference. Join me to watch my amazing videos while listening to beautiful music. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Let's watch and enjoy. Я напоминаю, что до Микеланджело расписывают сцены из жизни Моисея, Ветхий Завет, сцены из жизни Иисуса Христа, Новый Завет, художники из Флоренции. Внизу, на месте нарисованных гобеленов, вывешивались гобелены по большим праздникам настоящим. Микеланджело вот, основной нас пишет, и страшная суть.